Аграрный сектор – один из ключевых в экономике Рязанской области. Прошлый урожай рекордный, этот обещает быть не хуже. И не в последнюю очередь из-за настоящего прорыва в агрохимии. Аммиачная селитра – традиционная заправка мелиораторов, сегодня уже не гегемон. На рынке есть и более успешные аналоги повышения урожайности. И в региональном правительстве пообещали этот сектор только наращивать. Сегодня мы с гордостью можем говорить, что достигли уровня внесения минеральных удобрений в соответствии с системой земледелия Рязанской области 120 килограмм ДВ на гектар. Соответственно, рамка у нас 120-140 написана в системе земледелия. Сейчас пересматривается в соответствии с агрохимобследованием вот эта необходимость дальнейшего внесения, увеличения минералки в почве. Смотрим, сколько выносится, сколько необходимо. И все же день поля выставка больше техническая, с гигантскими и не очень образцами. Если на Петербургском экономическом форуме вовсю веселились четырехлапые роботы, то рязанский палаточный лагерь вот с такими спутниками все больше напоминал кибердеревню. Дополняли образ шашлыки на ковше экскаватора. Десятки лучших компаний «Агропрома», последние достижения в мелиорации и сохранении семенного фонда. Впрочем, День поля в Рязанской области – это не только возможность показать себя и презентовать свою продукцию, но и лучший способ проверить свои силы в конкурсе механизаторов. Кто-то лучше копает, кто-то орошает, а вот этот водитель филигранно работает тракторным крюком. Аккуратно и без помарки. Заключение соглашений – один из ключевых этапов фестиваля. А еще сейчас здесь наступает время всевозможных презентаций и семинаров. Каждый пытается показать себя, хотя, наверное, самое главное оставляет на второй день к приезду губернатора. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».